И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Dark and Light. И да, я говорил, что в следующей серии мы пойдем в путешествие, но я столкнулся такой с проблемой, а возможно и не с проблемой. У меня плохо выбивается шерсть. И я решил, блин, думаю, надо людям это тоже, может, интересно будет и показать охоту, вообще, что я вот это вот все делаю. В целом, я решил сначала добыть немного шерсти. Сначала я состряпал шмотки лазеровские, но тут решил, шлем дает 30 армора, штаны 30 армора, ботинки 30 армора. Почему бы не заменить их на шмотки, которые будут давать... так, секунду, я тут музыку решил запустить. Которые будут давать мне Magic Proof. Как я понял, это либо магическая защита, либо магическая атака. Но суть в том, что получается... Так, все. Что-то я не выготовился чутка. Вот, суть в том, что это все будет мне давать плюс. Так как бронька будет практически та же самая, так почему бы ее бы и не сделать? Но она требует много шерсти и меди. Пока я тут бегал туда-сюда, убивал и так далее, я качнулся. Качнул оглушение и качнул себе фокус. Стал тоже качать потихонечку, пригодится. Качнулся у меня став. Твою мать, да пошел ты! Качнулся у меня посох, качнулся у меня... Да много чего у меня качнулось. Также спасибо за подсказки. Я не думал, что фундамент, который мне нужно скрафтить, это будет фундамент этот. Так, сейчас, секундочку. Оп, отличненько. Что это нужен соломенный фундамент, потому что я вроде бы их крафтил, ну, наверное, были тогда баги. И поэтому, как бы, он у меня не скрафтился. То есть не засчитался как за крафт. Поэтому сегодня тоже этим займемся. Также... Ты где? Свино-то? Что, вниз, что ли, упал? Ага, вон он где он. Со стеной дерется. А, нет. Тут олень. Тут олень. Хорош с оленем драться. Дерись со мной, будь мужиком. Я хочу его убить. Я хочу его убить. Воу. Тихо, тихо, тихо. Легче, 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 чувак. Ах ты ж твою мать. Интересно, а в воде меня током бьет? Ага, в воде я даже юзать не могу, это отлично. Продумано, я бы так сказал. Если бы я смог заюзать молнию и меня бы не убило, это было бы, конечно, очень весело. Так, есть что внутри? И откуда здесь олень взялся вообще? Надо будет его тоже залутать. Ага. О, шлемачок. Что-то я уже расхотел делать шлемачок. Ладно, сделаем шлемачок. Хотя да, наверное, все-таки вот этот шлемачок надену, потому что армор мне все-таки нужнее. Тем более, пруф этот сработает, не сработает, я не знаю, как и для атаки. Поэтому пока что я ничего сказать не могу. Так что, наверное, все-таки вот этот шлемачок. Ну, сейчас все узнаем. Кстати, есть какая-то вот такая вот фиговина, я ее состряпал, я не знаю. Magic Stone... написано навигация скиллов. Вообще, короче, непонятно, что за говно. Поэтому сейчас все это тоже затестим. Кстати, я команды написал, которые нужно прописывать в свойствах Steam. То есть заходите в Steam, свойства игры, параметры запуска игры, и я это все написал. Если не забуду, то я и под этим видео напишу. Оно отдельным пунктом стоит. Чтобы, вот смотрите, у меня 22 ночи, а у меня рассвет. Вот такие вот дела. Сейчас, конечно, будет темнеть, но все равно как бы будет рассвет опять посреди ночи. О, кулинария качается потихонечку. Скоро качнем и ее.
У меня открылось седло. Я могу теперь седло крафтить, еще два дополнительных седла. Ну, мне, конечно, это нафиг не нужно. Ну, открылось хорошо. Да, в тебе был шлемачок, точно. Хотя в инвентарь залез, думаю, что ж у тебя было-то. Ну, вспомнил. Шлем достал. Из него. Такс. Давай, родненький. Так, погоди. А, все что ли, залутал уже? Отлично. Так. Ну, водички я теперь напился надолго. Отлично. Погнали. Фокус. Фокус, конечно, это еще та геморность и жопа. Не хватает его. Не хватает. Ну, а что поделать? А, это кинуть точно. Я продлил себе аренду, монетки все равно девать некуда, я продлил себе аренду, думаю, ну пусть будет, не знаю, буду ли я играть столько долго, вот, но пусть будет. Так, это тоже нужно взять. Так, сейчас немножечко, ой, вот я буяню тут вообще конкретно. Harvest. Нет, всего лишь одно место надо состряпать. Так, зажечь, создать предмет, скидываем траву, создаем солому еще. Все фигово, не хватает. Сейчас костер может и потухнуть. О, кулинария. Все-таки состряпался у меня. Обеденный стол. Стул. Готовое мясо высшего сорта. Ну, мне еще ни разу не дропалось, но так что мне пофигу на него. Такс. Все, пожрать теперь есть чем. Такс. Хаваем. Это тоже можно все захавать. Вот это вот. Тоже домой захаваем. Отличненько. Ну, переключайся, поясок. Что за фигня? Ага, бак света. Сейчас рассветает. О, это не та кнопка. А, нормально, пролаг. Нормально. Пролаг сервера. Ну давай. Да что же фигня? Да уж. Как видите, ничего не лутается. Походу, перезапуск самого сервера. Не исключено. Да, залез в менюшку, смотрю. Неофициальный. Да, перезапуск сервера просто. Неофициальный. И смотрю. 28 пинг. Я так хочу здесь поиграть. Ну, я уверен, что там такая же будет жопа, все дела. Так что, как бы, не вижу смысла. Ну 28 пинг, это круто! Это очень круто. Это нереально круто. Да. Ну ладно, подождем. Ну там просто перезапуск сервера, все зависло в менюшке. Вообще супер. Просто офигенски. Ну вот и все отлично. Только единственная проблемка была, это то, что у меня загружаясь в игру, а у меня пью, вылетает обратно. Точнее, загружаясь на сервер, я сразу же вылетаю с него. Аж чутка подвзбесило это дело. Ладненько, погнали. Так, что мне нужно? Ну, конечно же, Lightning Bolt. Одна штука. А, кстати, почему бы и нет? Давайте я сейчас сразу же и пойду себе замазречу меди. 40 штук. Хотя, мне кажется, там где-то что-то там... Где-то вроде дофига нужно было. Ну ладно, не помню все равно. Так, давай берем сотку дерева. Я думаю, будет достаточно. Мне казалось, я слышал где-то звук такой нехороший, типа пантеры. Но, возможно, меня глючит, так как я с пантерой мучился очень долго.
Так, это возьмем, это возьмем, это возьмем. Так, что еще? Воды взять, вот это тоже возьмем проверить сразу же, потому что пойдем фигней страдать. Ага, sleeping bag, отлично. А, хотя sleeping bag мне зачем, если я сейчас туда сгоняю там, где есть кровать. Так что не будем его тратить. Погнали. Зачем ставить печку, если в ПК можно использовать баги игры? Ну как баги, да, я буду по факту крафтить все дела, но суть в том, что я не буду ставить свою печку для того, чтобы состряпать что-то новое. Проще говоря, я буду использовать, как я уже в видосах аренда домов показывал, я буду использовать именно баг с ломанием дверей. Да, то есть двери там уже все попереломаны, вот тут люди замерли в ожидании чуда, вот, и, соответственно, я пойду туда и буду крафтить себе слитки меди. Да, твою ж мать, устал он, видите ли, козлина. Да уж. Только надо найти домик с этими, с кроватью. Мне нужен обязательно домик с кроватью. Да, везде ночь, а у меня день. Мне даже эти юзать не обязательно, чтобы эти светлячков, феечек, чтобы у меня было на светло. У меня все хорошо, у меня все замечательно. Да, если не забуду, то я в описании скину всё, ссылочку на, точнее, команду, которую нужно прописать, как я уже говорил, в свойствах запуска. Так, кровати нету, не надо мне это место, вот, которое нужно прописывать, чтобы вам тоже было легко. Ну почему бы и нет, почему бы не использовать баги игры, если ими пользуются люди? Ведь 100% ими пользуются люди, так как человек, один раз сделавший, прописавший эту команду в надежде, что увидится FPS, а в итоге у него просто исчезает все, он будет этим пользоваться 100%. Так, вот так вот, зажигай и крафт оу. Долго-долго это все будет дело крафтиться, так что в жопу это все гадость. Пока что, что у меня открылось? Во-первых, у меня открылась трансформация в овечку. На 30-м левеле у меня откроется трансформация в пантеру. Ну, кстати, я не понял, то ли это животных трансформирую в овечку, то ли что. Ну, суть дела да пофигу, короче. Так, ну, кулинарию вы видели, там стол, стулья открылись. Скиллс, давайте посмотрим. Посох откроется на 20-м левеле, я думаю, он будет побосявее. Да, то есть, вот, тут, учитывая, что сколько он требует, я думаю, он хотя бы будет увеличивать дамаг. Так, алхимия у меня не открывалась. Light Magic. Так, вот Magic, это я ничего не открывал. Earth Magic также. Beast Magic, вот она, собственно. Напишите, что он вообще делает, меня превращает в овечку, или потому что полиформ, по сути, это я должен превращать. Ну, а вот здесь уже, по идее, я должен принимать форму сначала пантеры, потом виверны. Ну, кстати, принимать форму виверны, и если будет возможность летать, то я думаю, круто. Здесь у меня открылось, ну, этот стол, да, это я смогу сам крафтить, это все фигня. Райдинг, как видите, у меня открывается потихонечку, ой, бляха, муха по микрофону ударил. Седла открываются, мне они по факту нафиг не нужны. Здесь у меня открываются томилки, вот каменная кормушка открывается, как бы потихонечку, не торопясь. Чё? Озеро Возрождения? Непонятно. Вот, земледелие у меня один открылся, кулинария, сами видели, второй открылся, Тейлор, или как он там, в общем, шмотки у меня потихонечку открываются, броня, вот такая же история, это, наверное, магические шмотки. Без понятия, короче, левая рука, но это... Щиты, арбалет у меня, кстати, делая ножи, он у меня открывается, надо будет ножи понаделать. Железный кинжал, железный? А, ну да, 20 левел открывается, это же там. Ну, а как я его буду делать железный, если у меня слитки только с 20 левела открываются?
идиотизм. Вот, ну, здесь вот у меня медиах открылась. Медиаха, печка и кровать. Вот, собственно, и все. Здесь у меня ничего не открывается. Дом здесь у меня тоже ничего не открывается. И декор всякая лажа. Сейчас побегаю, пооткрываю этим. Создаю кинжал, я думаю. Все равно это все долго дело кратится. И уже вернусь. Хо-хоу, нашел по ходу дела золотую овечку. Кстати, это реальная игра. Там, где от дождя FPS падает просто жуть как сильно. И это прям раздражает. Прям вы бы знали как. Да ладно, она заспавнилась где-то. А во где. Господи, я думал, она в камне заспавнилась. Стоять! Отличненько. И чуть-чуть шерсти сейчас добудем. Да, я надеюсь. Кожа, 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 кожа. Нет шерсти вообще. Вот это ж говно. Да, не повезло. Ну, а тем временем я немножечко добыл камня, ротанга и готов крафтить. Также добыл серу. Думаю, заодно переделаю ее в это говно. В ступке, раз уж здесь нахожусь, почему бы и нет. Сейчас нужно добыть немножечко, да, еще дополнительно камня не помешает, и чтобы в кварцевый порошок переделать, и дерево, конечно, мне нужно для крафта дерево. Там до сих пор все еще переделывается. Ну, так потихонечку жизнь течет своим чередом. Вот реально, что мне нравится в этой игре, просто тупо в начальном городе, я прям посреди города, я могу добывать нужные мне ресурсы, никуда не нужно убегать за город и так далее. Я просто... Выживание в городе. Вот просто реально выживание в городе. Я могу все добыть в городе. Даже сраное мясо я могу добыть в городе, потому что здесь, допустим, те же самые овечки бегают, хоть и золотые, но суть в том, что с них точно так же можно мясо добыть. И дерево могу добыть, и камень, и серу. То есть основные первоначальные ресурсы я могу здесь в легкую добыть. Реальное выживание в городе, я никуда могу не идти и спокойно в городе выживать. Да, это, я не знаю, это я первую игру встречаю, где просто можно, не выходя из первоначального города, что-либо добывать и делать. Прикольно, но тем самым уже 30 меди, здорово. А, точно. Давайте глянем... Ой, у меня дерева не хватает. Ну ладно, давайте глянем, насколько она мне прибавит. Хотя я думаю, я сейчас не увижу. Там что-то около 14 было. Ага, нифига не 14, значит было около 11. Так. Так, сейчас 13, да, у меня стало. Крафт оу. Ну давайте смотреть. Да, по 2. Дерьмово. Дерьмово, дерьмово, дерьмово. Но опять-таки же, бегая, добывая ротанг, допустим, я тоже крафчу этот скилл. И вообще. Кстати, я еще не знаю, что за комбин. Что за фигня. Хоть что, жми на него, все равно не делается. Ничего, ну да и пофигу как бы. Так, эту лажу нужно все повыкидывать. Так, куда-то выкинем. Полностью так возьмем. Это выкидываем. Ну, 27 хотя бы и на том хорошо. Вот. Ну, а здесь, собственно, закидываем весь камешек, закидываем весь сульфур, крафт ол и крафт ол. И все. И в ожидании чуда. А это говно мне точно пригодится. Ох, ладно, ждем. Ну и потихонечку качаемся. Прям вообще очень потихонечку, но качаемся. Так, ну, все, переработалось. И давайте состряпаем, пока у меня есть нужные ресурсы в инвентаре, состряпаем, да, фундамент. И да, блин, черт побери, он до этого просто, значит, не срабатывал. Отлично, значит, я выполнил еще один квест, и у меня в этой ветке выполнены все квесты, и это просто здорово. Кстати, Арк Инвентория, вот меня спрашивали, что за, вот видите, слева написано Арк Инвентория. Это, собственно, обычный Арк Инвентория. Вот, Арк Инвентория. Вообще, Арк, если вводить Арк, это
переводится как ковчег. То есть сокращение, может не сокращение, но суть в том, что арк переводится как ковчег. Может это переводится еще так же, как типа инвентарь выжившего, что-то типа того. Поэтому как бы такие вот дела. Так, ну фундамент мне не нужен. Как видите, все у меня есть, все замечательно. Что дальше? Что дальше? Погнали, посмотрим, что мне вообще нужно из ресурсов для создания, допустим, ботинок, штанов. Потому что на данный момент у меня шапка нормальная имеется, с нормальной броней. Так что ботинки, штаны мне вполне могут пригодиться. По крайней мере, проверим, что за Magic Proof. Magic Proof проверит легко. Если я, допустим, с молнией ударю больше, чем 81, надев штаны, ботинки, ну что-нибудь, какой-нибудь предмет, дающий Magic Proof, значит, это то, что мне нужно. И это означает, есть смысл создавать предметы с данным пунктом в инвентаре. Чё несу, говно какое-то. Такс, меха 22, 70, подожди, я не вижу, сколько, 75, 45, ой, твою мать, а, не, ну это вообще как, 126, ёб твою ж налево, 147. Да, я боюсь, у меня просто медяхи не хватит. Но состряпать, допустим, перчаточки я точно смогу. Но перчаточки у меня из хорошей брони. Так что мне единственный вариант это состряпать вот эти... О, кстати, серный порошок, оказывается, нужен. Здорово, не зря делал. Нужно будет еще медных слитков пережарить. Пережарим, чем проблема. Благо, они у меня пока что еще есть, так что их вполне достаточно. Так что я погнал за пережаркой. Кстати, бочки лучше всего добываются все-таки мечом. Быстрее. Быстрее они добываются мечом. Просто у меня чутка жратва просела, и мне нужно чем-то питаться. Самый легкий вариант добыть еду – это с бочек. Да. Вот, поэтому как бы я решил, что да, надо. Надо, надо. Ну, и тем временем я загрузился. Полностью загрузился серой камнем, медью. И пойду сейчас переделывать все... пережаривать. Ну, еда нужна, поэтому решил сделать немножечко перерыв в своем походе нелегко. И все-таки мне в этой игре чем нравится? Сраный перевес, а я могу ходить. Ну, бегать не могу, зато ходить могу. Это здорово. Это реально нереально здорово. В арке этого просто жуть как не хватает. Все, перевес. Да там даже иногда полностью перевеса нету, а уже встаешь и... А, да ладно, там у меня еще пятерочка, я могу тащить, я могу идти. Нет, нифига. Ты больше не можешь идти. И пофигу, что там до конца даже не дошел по весу. Да уж. Ты как там залез-то, зараза? Не, я к тебе не пойду, нафигу, я тебя не видел. Не думал, не гадал, а смерть убила, это точно. Восьмой левел. Сколько? Где-то 3 попадания молнии было. И вот он, Rare Frostbolt. Ну, по крайней мере, Rare, я не знаю. Но я думаю, он басявее, чем обычный. Я надеюсь. Давайте попробуем его разобрать. Да не тобой. Кинжаль, да? Во. Посмотрим. 3 или 4 удара молнии и все, разобрал ее. Вообще, даже сам того не ожидал. Но прикольно. Прикольно. Падаль. Давай топором тебя что ли на кости пустим. А вот кости выпадут. Хотя или надо киркой. Что вообще без понятия, чем, что добывать, так как здесь, ну, внятной вики нету, поэтому вообще здесь все плохо. Мало того, что игра мне говорит, чувак, вот тебе маленький FPS, так что не играй, так еще и так вот вообще. Никакой ни вики, ничего нету. Поэтому я, наверное, с этой игрой повременю, как закончу, соответственно, этот сезон, повременю, наверное, с полгодика. Такие вот дела. Погнали, глянем метеорит. Вот, в метеорите, я думаю, опять будет кристалл или что там, короче, ну, нафиг мне не нужны, так как я не знаю, для чего они нужны. И печалька, я надеялся, что в метеорите хотя бы будут какие-нибудь дропы,
А, не, вот, пожалуйста. О! А вот это уже здорово. А это уже реально здорово. По крайней мере, это я знаю, куда девать. А, не, разбитая бочка. Да, я уже было понадеялся. Где-то у меня здесь элементаль был. Вот, он элементарь. Я его даже сразу-то и не приметил. А у меня-то элементаль стоит. И вот я его хочу... Earth элементаль, то есть земной элементарь, я его хочу тоже завалить. Да, уж было бы неплохо. Такс. Но для начала нужно состряпать шмоточки. Да, и вот эту тоже фигню потестить. Так, это все скидываем, это все скидываем. Ну, камешек неплохо. У меня как раз камешек вообще полностью закончился. И он мне нехило так пригодится. Так, 36, отлично, этого у меня хватает. Блин, я же мог этот скилл заюзать, чтобы бегать быстрее. Так, вот это все скидываем, и я куда-то здесь порошок скинул свой, бляха-муха. Ох ты, нифига, у меня его сколько оказывается. Здорово. Много сульфурного порошка, мне он, по сути, столько нафиг не нужно. Но нормально. Нормально. Так, ладно, это все я потом раскидаю по своим местам. Погнали, по-быстренькому затестим шмотки. Что за Magic Proof? И если фон увеличивает дамаг, то это будет здорово. Это будет просто кайф. Я очень хочу, чтобы он увеличивал дамаг. Давай, беги быстрее. Не выдыхайся, главное. Но беги быстрее. Вот, и уже, если фон увеличивает дамаг, то я уже за кадром, понятное дело, буду добывать. А может и не буду добывать, не знаю. Алло, открывайся. Так, ботинки. Ботинки. Это у меня есть, это у меня есть улучшенное, так что только вот эти вот ботинки. Да ладно, я их не могу крафтить, так как у меня не изучен, что ли? Как... какого... фига? Ничего понять не могу. Типа, чувак, они у тебя не изучены, поэтому ты не можешь их состряпать? Это что за гонево? Ну да, вот вообще... ничего не появляется. Говно! Реально такое говно. Да пошли вы все, ублюдки. Я уж было понадеялся, что я могу реально... Ах. Я реально думал, что можно будет типа скрафтить, даже если ты не можешь. А тут такое гонево. Я нафигу вас вертел. Так, ладно, айсболт. Айсболт! Уйдё, прикольно. Ну давай смотреть дамаг. Ледяного болта. Опс, промазал. Он вниз пошел. Да что такое? Прям перед носом. 35 всего. Ну и типа он замедляет, да? Да толк у меня от вашего типа замедляет. Просто берешь тогда. И чпункс. И все. И без лишних заморочек. Да уж. Эрич. Фигня. Фигня, короче. Да. Ну, не судьба. Ну, ладно, что поделать. Погнали Fire Element. О, Earth Element долбить. Ну, все в топку, короче. Я обиделся на эту игру. Окончательно. Я реально думал, ну раз верстаки есть, ну добудь ты ресурсы и все, и можешь крафтить. Нет, нифига. Нифига, их надо, по ходу дела, изучать, прежде чем я могу стряпать их. Это такая тупость. Это такой гонь, вот тогда нафига мне эти верстаки здесь? Не, ну да, неплохо, я типа потом могу их не крафтить, и у меня будет типа все, что нужно, да? То есть я верстак могу не крафтить, а могу прям в днем крафтить. Ну блин, такой... Тогда нафига они вообще появляются на экране? В этом столе, в смысле. Тогда вообще бы не появлялись только тогда, когда я их изучу. Да ну в жопу все. Сейчас воды надо попить только, потому что я сейчас чувствую... сдохну от жажды. Такое гонево.
Эй, алло, бляха-муха, я ж нажал. Да ты придурок конченый. Достал ты меня уже. Пока по колено в воду не войдешь, он попить не может. Сквинтус. Ну ладно, погнали Earth-элементы долбить. Почему бы и нет? Так, сон у нас не здесь, только надо выносливость полностью восстановить. Че, жрать захотел Свинтус? Я пошел в жопу с голоду сдыхать. Скотина. Да, он застрявший, поэтому... Твою мать! Беги, глупец! Воу! Легче! Почти попал, придурок. Ёб твою ж, налево сам упал в воду. А, фак. А вот это уже подстава. Я вообще-то не хотел падать в воду. Да пошел ты в жопу. Мне главное, чтобы труп был на берегу хотя бы. О, да, хотя бы труп на берегу. Как я в эту... О, я ненавижу эту игру. Я ненавижу эту игру. Я реально эту игру ненавижу за этот идиотизм. Я даже сроду не должен был упасть там. Но нет, я упал. Я ненавижу эту игру. О, фак. Не, надо ждать, пока игру отремонтируют. Чтоб вот этих вот просто... Я там сроду не должен был упасть. Я в одну сторону пробежал, не упал. Почему я в ту сторону пробежал, я сдох. Ой, фак. Я реально, я ненавижу эту игру теперь еще сильнее. С 20 FPS я еще хоть как-то мог это... Смириться, во, вспомнил это слово, блядь. Ну, вот это вот говно, это вообще полепить кошмар. На мясо себе разобрать, что ли? О, левел ап получил. На мясо разобрал, левел ап получил. Отлично. Хоть жрачка будет. Такс. Level up. Давай, вот это еще говнищенский. И фокус. Так, теперь что мне нужно? Надамажил я ему не так уж и много, как оказывается. Поэтому... Какого фига я здесь упал? Да, он просто скользнул по горе. Отлично. Все! Он же вперед постоянно двигается, когда... Отлично. Один лайтнинг сдох. Так, ну-ка, Эстев, я этим говном тебе. Ага! Ты чаще бьешь? Хм, а может и прикольная штука. О да, Earth Element. Отлично, погнали, все, погнали, 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 погнали. Быстрее, 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 быстрее. Я думаю добывать его только киркой. Не, киркой говорю. Киркой добывай. Отлично. Ух ты, ёпта. Не, ну в инвентаре у него пусто. Это отстойно. Но как он добывает трупак, это прикольно. Под водой, потому что еще глушит сильнее. Да ладно, не лучше надо это, чем-то таким добывать. Шарт? Ты что, прикалываешься? Или ты в жопу? Я вообще-то надеялся на что-то поинтереснее. Опс. Блин, надо было дождаться, пока он вылезет, как-нибудь его выманить. Но опять-таки же, я ж не знал, сколько ему осталось там жить. Да, уж то, что он в воде, это дерьмово.
Да, больше ничего лутать не могу. На Е залутать тоже ничего не могу. Давай мечом тогда. Во, встал, 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 встал. Ну, почти встал. Да ты прикалываешься, что ли, а? Ну-ка, руками. Сил нет. Ну, отлично. Такое говно. Вообще вся серия полное говно. Не бомбит. Просто все труды, точнее труды всей серии полная жопа. Да уж, не, ну хотя бы прокачался чуть-чуть, на том хорошо. Понял, что верстак это говно. Отлично, один камень. Да я кирку уже почти сломаю, пока я тебя залутаю. Не, хотя бы ножом шарт добывается быстрее. Кинжалом буду рубить тебя нафиг. Еще то говно. Ой-ой-ой. Какая фигня была на экране. Ну да, легче всего мечом, но этим ножом добывать. Он быстро чаще бьет, а эффект такой же. Если не лучше. Кстати, звук из арка. Вообще, если что, здесь эффекты, что ли, фирма. Ой, компания. И вот здесь много чего. Начнем с того, что это вот крики. Вот это вот тоже, тоже наработка из арка сделана. И так далее. Тут много чего взято из арка. Все из-за того, что, собственно, эта компания их создавала, эти звуки. Да, прикольно. Не, ну что могу сказать? Неплохо, неплохо. Ох, ладно уж, вышло говно, конечно, все полностью, но хотя бы много чего узнали. В следующей серии уже пойдем в путешествие. Ну, хотя бы, что я могу сказать? Так хотя бы повезло, что бронька у меня такая досталась. А вот еще что подлутаю, где и будет бронька еще побосявее, прикольнее. Вот, и это будет здорово. Так, мне нужно... Вот это еще говно, чтобы вот это вот все. А, еще шарда надо. Чтобы это все починить. Починить надо. Еп. И починочкам. Отлично. Не, ну айсбол тоже классная штука. Он просто бам-бам-бам-бам нашлепывает. Это, конечно, прикольная штука. Мне понравилось, если честно. Кто бы что ни говорил, но мне понравилось. Пускай она и такое себе. По дамагу, но по частоте стрельбы это просто тачерство. Кстати, надо его выложить. Ну что, в следующей серии уже пойдем. Так, все, я выгружаю, потому что сейчас пойду я отдыхать. Нафига я все не видел, надо не бомбин принять. Кстати, этот... В следующей серии потестим вот эту вот фигню, я так и не потестил, может он хотя бы дамаг увеличит. Вот, и уже посмотрим, ну там то, что на последнем слоте у меня было. Короче, в следующей серии узнаете, про что я говорю. Вот, нужно принять срочно не бомбит. Вот, не бомбит и не бомбит. Вот, поэтому как бы крафтол, все. На этом уже точно на сегодня все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, не вот так, да, вот так, конечно, подписываться, все дела. Вот, ну и, конечно, комментировать мои видео. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.